Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о кратности кормления собак. И начнем с самых новорожденных щеночков. Да, их желательно, чтобы кормила мама, но бывают такие ситуации, когда мама погибает или щенкам просто не хватает материнского молока, то ли их очень много, то до двухнедельного возраста нужно их кормить через каждые 2 часа и даже ночью. Желательно купить в зоомагазине сучье молоко, так называемое. Оно в сухом виде продается, его разбавляете, и получается молочко, да, там с витаминками и так далее. Дальше, до трехнедельного возраста кормим через каждых 3 часа и даже также ночью. А уже с трехнедельного возраста до месяца щенки могут спать ночью, если наедаются. И днем они кушают через 3-3,5 часа. С месячного возраста, да, я уже сказала, через 3-3,5 часа. До трехмесячного возраста 6-5 раз в день. С 4 до 6 месяцев 4 раза в день. А с 6 месяцев до года 3 раза в день. С 1 года до 3 лет собаки кушают 2 раза в день. Ну, а могут и некоторые до самой старости кушать 2 раза в день, как я кормила своих собак. И это вполне нормально, и большая часть людей именно так кормят. А вот с 3-летнего возраста можно перейти на одноразовое кормление. Но это по желанию хозяина и, наверное, большей частью даже еще из собак, которые, ну, малоежки, так сказать, плохоежки. Вот, не от того, что они там больные какие-то, ну, как и люди. Поэтому тут переходят на одноразовое кормление. Но все-таки зимой я бы посоветовала 2 раза в день все равно кормить этих собак, если они уличного содержания. А когда собака стареет, ну, это мы проходили в предыдущих наших видео, поэтому там посмотрите. Ну, с 6 до 10 лет, короче, и старше. 3 раза в день кормим. То есть кратность кормления увеличивается, объем уменьшается. А больных собак кормят по назначению ветеринара в зависимости от тяжести болезни. Всем пока, всем до новых встреч!